Боже, как это? Как это жарко и тепло? А потому что последние денечки. Осень говорит нам, типа, оставайтесь, мы вас любим. Ой, как же они орут, эти арабы. Сами, главное, блогерствуют, а типа остальным нельзя. Ну вот, короче. Популист. Такое оригинальное название они решили дать своему кафу. И тут самокатчики. Ничего особливого. Все как везде. Ну, конечно же, ночью лучше за столами сидеть, кушать, наслаждаться. Нет толкучки, нет курящих людей, которые дымят тебе в лицо. Сказала Лена и увидела девушку. Тут курение очень распространено. И мальчики, и девочки. Вот. А в России, например, все строго. Пойдемте в шопинговую часть, которые миллионеры любят оставать баблишки от своих капризных или требовательных, или обеспеченных женщин. Ну, либо сами баловать себя, потому что для мальчиков вот этот злочастный дусон, который все хотят иметь. Вот, ну, коллекции тут я бы не сказала, что прям такие зашибенские. Видите, обычные красули. Ничего особливого. Я не знаю. Мне надо, чтобы такое было оригинальное, или по цвету, или по крою. Вот, это все, что for home. Ну, вот тут, да, интересненько по дизайну. Вот, потому как можно убрать квартиру, убранство, геометрию, которую я очень люблю. Вот. Ну, это пацанам все чему-то вот пестрятина. У меня такое ощущение, что какая-то рок-тусовка. Ну, вот этот ряд тоже не мой абсолютно. Крупные, огромные цветы. Я как-то предпочитаю либо какую-то Африку, либо полоски. О, а белье здесь. Сейчас я вам покажу, расскажу. Ой, какое хорошенькое. Они что-то его меняют каждый день. Ну, комбидрес, видите, какие? Дальше. Очков бесчисленное количество, и они здесь очень крутые. Лакост это не для девочек маленького роста. Ну, в смысле, это для каких-то там грустных людей. Мне чисто там Маквин, например, там Готье, Этро, может быть. Хлоя, ну не очень мою. А вот Шанель вообще не мою. Дольче Габбана, она слишком такая Киркоровная. Он же любит это все. Цветуёчки и стразики. А это сейчас вот звучит хит, который звучит везде по побережью.